стоим у антропоры 7-й тестовой линии. Сказать, что это уникальная линия, она, в общем-то, повторяет ту конструкцию, которая будет реализована в Шарже на трассе 800 метров. Тестирование и обкатки подвижного состава, который мы будем поставлять и в Объединенные Арабские Эмираты, и не только туда, а и в другие страны. Поставить такую сложную технику, как, допустим, Юниконт, для перевозки контейнеров весом до 35 тонн, естественно, эта машина, она будет проходить, уже вышли из земли анкерной опорой, уже этаж делаем, это будет не только анкерная опора, но и станция. Надо сказать, что она очень компактна, хотя здесь нагрузки, ну, в два раза примерно больше, чем на остальных линиях. Здесь газотанная нагрузка с учетом преднапряжения от температуры и от веса тяжелой машины, ну, она весит более 50 тонн, эти усилия газотанные порядка 2000 тонн. Это очень большое усилие. И тем не менее, анкерная опора рассчитана на эти нагрузки, и она их выдержит. И уже этот тип анкерных опор будет реализован потом и уже, ну, в проектах, в адресных проектах. И высота здесь достаточно большая, 12 метров, для того, чтобы все-таки подвижной состав, и даже подвесной подвижной состав, ну, его низ был на высоте порядка 6 метров, не ниже, что не будет мешать там проезду сельхозтехники, там, животным, растениям, там, кустарникам, деревьям и так далее. Будет тоже испытываться уникальный подвижный состав, я тоже вкратце о нем говорил. Это многоколесное транспортное средство, где в данном случае у нас будет 12 колес у него. Это колесо приводное и имеет свой двигатель, это мотор-колесо, причем половина колес будет поворотными спереди и сзади, для того, чтобы все-таки наш подвижной состав двигался ровно, а не как железнодорога по синусоиде. И для этого система управления будет ловить середину рельса и с помощью механизмов специальных, исполнительных, подворачиваться, причем маленький угол, это градуса, это, ну, в пределах люфтов колес и подшипников, поэтому задача была это непростая, сделать такую систему подворота вот в таких малых углах, и мы это уже реализуем, и поэтому колесо будет двигаться точно по центру рельса, не будет касаться гребнями, у нас колеса с двумя гребнями, это противосходная система, и поэтому будет устойчиво движение колеса, без шумов, без износов рельса и колеса. Например, железнодорожные рельсы очень быстро изнашиваются, в первую очередь из-за того, что гребень касается, вот когда колесная пара движется по синусоиде, то один гребень наезжает на головку рельса, а потом другой гребень на головку рельса, и идет неравномерный износ рельса, и приходится их потом шлифовать, колеса шлифовать, потом это тоже неравномерно изнашивается, и рельсы, вот железнодорожные, долго не стоят, ну 10 лет, ну максимум там 15-20 лет. Здесь же, если будет качение идеально, без касания гребнями, это будет цилиндр катиться по плоскости, то можно фактически избежать износов. И мы можем потом создать такую систему контакта колесо-рельс, который может стоять, работать 100 лет без износов, без ремонта. Это проблем, что очень важно. Я иду под провисающей линией легкой, которая была построена одной из первых. Где-то вторая была по счету построена. И здесь пролеты 200 метров, 400 метров, 200 метров. И эту дорогу строили,
ну, в 15-16 году, когда не было достаточно у нас финансирования, ну, грамотно спроектировать, проанализировать, там, найти оптимальное решение. Поэтому, ну, построили как построили, в частности, естественно, экономили и купили канаты без цинкопокрытия, в надежде, что там в рельсе есть заливка, компаунд, что он даст нужную изоляцию, и рельс, ну, струна, канат высокопрочный будет, ну, стоять достаточно длительное время без коррозии. Но когда по прошествии 3 лет мы проанализировали, то видели, ну, пятна коррозии. Не то, что он там канат скорродировал, нет, он еще в таком виде мог стоять и 10, и 20 лет. Появились пятна коррозии, значит, туда все-таки попадает влага через микротрещины, потому что одна из сторон рельса, она открыта, боковая, там два таких рельса, эти стороны открыты, и есть ставлены канаты, и залит компаунд. Поэтому мы решили все-таки усовершенствовать конструкцию. Для этого сняли, опустили на землю путевую структуру. Это говорит о том, что даже в случае там падения опоры и так далее, путь может упасть на землю, и с ним ничего не будет. По нему даже можно будет ехать, ну, правда, по земле. Опустили на землю, убрали компаунд, вынули канаты, очистили, покрыли антикоррозионным составом, снова ставили в рельсы и залили уже другим компаундом. И там еще был такой нюанс, что рельсы под нагрузкой стали немножко раскрываться, и там появились микротрещины. Поэтому мы сделали так, чтобы рельсы уже больше не раскрывались. Ну, там определенные связи поставили, и тогда уже влага туда не попадет. Тем более, что мы канаты все-таки покрыли защитным покрытием. И даже в случае попадания влаги, ну, не будет коррозии на их поверхности. И, соответственно, их прочность, там, долговечность не будет снижена. И, ну, логики мы строим на 100 лет. И эта трасса тоже будет далее работать. При этом мы уже прошли вот промежуточную опору. И когда мы опустили путевую структуру на землю, то, естественно, исследовали и удочку, так называемую. Это седло. Это когда в пролете едет транспортное средство, то, естественно, пролет пригибается. Так, и он едет колесо по вогнутой кривой. Большого радиуса. Там радиус больше 1000 метров. При подъезде к опоре, к седлу, радиус начинает меняться, потому что на седле кривая выпуклая, а там вогнутая. Транспортное средство едет, оно стало, вот видите, сейчас рядом, то там вогнутая кривая, здесь выпуклая кривая. И нужна переходная кривая. Причем она должна быть плавной, то есть от вогнутой, это минус, допустим, на выпуклую плюс. И эта переходная кривая должна пройти через бесконечность, то есть через прямую линию. Вогнутая через прямую линию на выпуклую. И вот эту функцию выполняет удочка. И поэтому, если она будет не плавной жесткости, а, допустим, жесткость будет меняться резко, что было на предыдущей, ну, на предыдущем седле, там жесткость менялась в некоторых местах, ну, скачкообразно, то в этом месте радиус изменится тоже скачкообразно, и получается будет небольшой удар, и будет снижена комфортность движения. Поэтому, естественно, мы сделали так, чтобы комфорт был высокий, радиусы менялись плавно на всем протяжении трассы, в том числе и при проезде опоры, и чтобы мы могли прижать опору, не снижая скорости. Но в данном случае здесь
Опора рассчитана на проезд при скорости 40 км в час. Вот именно седло. Можно сделать и на 50, и на 60, и на 100, и на 120, и на 150. Ну, в данном случае это первая линия. Мы решили все-таки здесь нет смысла развивать большие скорости. Трасса короткая, она демонстрационная. А вот в тех трассах, которые мы будем сейчас строить, и уже строим, это 7-я линия и 4-я линия в Шарже, там мы проезжать на промежуточной опоре будем со скоростью 150 км в час. И, соответственно, и седло, и так называемая удочка будут рассчитаны вот на эти скорости движения с соответствующими радиусами кривизны. При таких скоростях движения радиусы кривизны, что выпуклых, что вогнутых, должны быть не менее 1000 метров. И там будут такие радиусы. Global Star Club. Возможности безграничны.